В Звенигородской библиотеке номер 1 прошла встреча, приуроченная ко дню работника культуры. Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина и руководитель территориального управления Звенигород Ренат Мангушев поздравили трудовой коллектив. Многие получили партийный билет. В нашей библиотеке проводится очень много массовых мероприятий разного направления. Мы работаем и с инвалидами, сотрудничаем уже с 2015 года. В нашей библиотеке реализуется проект «Милосердие». Мы работаем со Звенигородским психоневрологическим интернатом. Современная библиотека – не просто книгохранилище. Это своего рода очаг культуры, а сотрудницы – его хранительницы. Звенигородская библиотека номер 1 – не исключение. Здесь не только организуют досуг, но и создают поле для творческих инициатив. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».